Это сегодня Валерия Бачманова перевозит на спецтранспорте. Машину предоставила соцзащита Ленинского района. Да и мир не без добрых людей. Помогают открывать двери, приподнимают коляску. Без посторонней помощи Валерий бы даже не вышел из дома. А уж что говорить о передвижении по городу, который не приспособлен для людей-инвалидов. Мне от дома только 15 минут, чтобы выехать, подняться в гору от дома, от 35-го дома на ПЛК. Ни подъездов, ни уездов, ничего. Из подъезда выезжаю, мне уже нужна помощь, потому что я не могу от подъезда выехать на дорогу, чтобы ехать сюда, куда-нибудь, на почту, в магазин. Жизнь инвалида видным больше напоминает бег с препятствиями. Даже в социально значимые объекты, такие как, например, почта, колясочник или слабовидящий человек без помощи не попадет. Но даже если вдруг получится, внутри не будет необходимых, комфортных для инвалидов условий. Но не все так плохо. Вместе с Валерием мы попытались зайти в один из банков и в отделение Ростелекома. В банке предусмотрено все для колясочников, вплоть до звонка вызова сотрудника, а Ростелеком соответствует стандартам только внутри. Однако представители компании готовы к сотрудничеству. Я уже как бы звонил и писал, и говорил, что по поводу вот этих проблем, что у нас отсутствуют круги, что у нас нет. Но информации этого, совсем да. Никакой. Да, да. Можно ли нам как-нибудь с вами объединиться, чтобы вот вы бы написали нам какое-то письмо, я бы это письмо показал своему руководителю, чтобы были предприняты какие-то меры. Купить продукты так же затруднительно, как и отправить письмо. Приехали. У большинства городских магазинов пандусов нет вообще. А если есть, то явно не для инвалидов. Нет даже малейшего сомнения, что по такому пандусу инвалид-колясочник не поднимется никогда. Мало того, что он сломан, он скользкий, так еще и перила начинаются не с начала пандуса. Все нарушения были зафиксированы, письма с замечаниями направлены руководителям учреждений. Впредь такие рейды планируется проводить не реже одного раза в месяц. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.